Свадьба Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук состоялась. 2 месяца назад Харламов и Ковальчук расписались в ЗАГСе, скромно отметив это событие в ресторане. И только спустя 2 месяца молодожены сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в загородном комплексе Агаларов Эстейт, а официальную часть торжества доверили Сергею Бурунову. Добрый вечер. Дорогие молодожены Игорь и Екатерина, сегодня знаменательный день. 2 одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды. Где мама? Тут светит, мы не видим. Все, спасибо большое. Тортик у вас есть, да, занимайте ваше место. Спасибо, что вы рядом. Правда, вы самые-самые. Я вас очень люблю.